Кировчане могут выбрать территории, которые преобразятся в следующем году. С 15 апреля начнется голосование. Отбор продлится до 31 мая. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Именно жители выбирают пространство, которое, по их мнению, необходимо благоустроить. Для этого каждый год проводится рейтинговое голосование. В нем будут представлены 118 общественных пространств в разных городах и районах. Жители назовут 43 проекта победителя. Отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству сможет каждый житель Кировской области старше 14 лет. Голосование откроется 15 апреля и будет проходить до 31 мая на портале 43.городсреда.ру.